А прямая точно есть кратчайшее расстояние между двумя точками. А что? Учти, в боксе нет замахов. Поступательное движение кулака происходит по прямой, ибо прямая кратчайшее расстояние между двумя точками. Усвоил? А может быть, мы на той планете, откуда он к нам переместился? Слушай, скрипач, как бы мы ни гадали, все равно ж ни хрена не выяснили. Вот выбрали направление и идем.